Героями. Ну, очень сложно говорить о героях в такой ситуации, потому что, конечно, наверное, в какой-то степени, да, можно считать. Но, тем не менее, сама вся эта история настолько тяжела, и в виде, как старенькие бабушки говорят о том, что мы жили в 45-м году, и, честно сказать, я думала, что я умру спокойно при голубом небе и без всяких вот этих вот бесправств, которые сейчас происходят. Наверное, в какой-то степени да, но все же я не могу сказать и одних правыми, и вторых правыми, да, потому что сверху стоит определенное количество дядей и тети, которые этим всем рулят. И даже не просто, да, там, из России, из США ли это, или оттуда, да, с Украины. Поэтому тут, наверное, нельзя назвать. Это не та ситуация, в которой можно называть кого-то героями или нет. Да, эта ситуация создана сверху, да, спасибо тем людям, которые пытаются, да, это как-то устаканить, но, тем не менее, у каждого своя правда, и непонятно, кто прав. И поэтому называть кого-либо героями невозможно. Одни считают себя героями, и вторые считают себя героями. А кто прав, кто виноват, мы не знаем. И я боюсь, что мы об этом и не узнаем, даже когда будем через лет там, 10-50 говорить об этом как о истории.